Валерий Даркин, Владивосток, Россия. Профессиональный водолаз первого класса, более 6 тысяч часов под водой. И многие сотни часов под водой я провел вот в этих ластах. Это форсфин, разработанный дизайн, проделан моим другом Бобом Эвансом. Первый раз я использовал эти ласты в 91 году еще, в первые поездки мои в Америку. Я нырял из Санта-Барбары, мы выходили в остров Каталина с Бобом Эвансом. С тех пор я просто люблю эти ласты и постоянно их использую как очень эффективные ласты, для, особенно для своих подводно-фотографических путешествий по всему миру. И если вы посмотрите, как этот ласт работает, материал, из которого он сделал, полиуретан высокого класса, который имеет памяти. То есть, когда вы делаете грибок вниз, ласт распрямляется, работает, и во время неэффективной фазы грибка вверх, ласт позволяет воде стекать. То есть, получается, нога нагружена при работе эффективной и не нагружена при работе неэффективной. Это моделируется движение ластов морских млекопитающих. И кто внимательно плавал под водой с нерпами, тот может увидеть, что их ласты работают точно по такому же принципу. Поэтому не надо противодействовать природе, надо следовать природе. И ласты ForceFin – это один из образцов, как человек использовал достижения бионики для своих собственных нужд. Все.